В Ленинградской области прошел праймерис или внутрипартийные выборы на выдвижение кандидата. После досрочного ухода с поста губернатора Александра Дрозденко всем партиям необходимо выдвинуть своего кандидата. В «Единой России» решили это сделать путем выборов. В Волосовском районе такой праймерис прошел в день поля. Жители приходили на специальные участки, чтобы отдать свой голос за подходящего, по их мнению, кандидата. Сделал свой выбор и глава района Василий Рыжков. После окончания праймериза организаторы подвели итоги, по которым вышло, что от партии в выборах будет участвовать исполняющий обязанности губернатора Александр Дрозденко.